Здорово, дамы и господа. Записываю это видео 31 декабря, поэтому поздравляю всех с наступающим Новым годом. Используйте YouTube только с пользой. И вообще, меньше сидите в этих гаджетах, больше читайте, больше занимайтесь спортом, больше гуляйте, больше занимайтесь своей жизнью, а не следите за чужой. Фильтруйте свое окружение, чтобы оно тащило вас вверх, а не вниз. Как сейчас модно говорить, добавьте осознанности в свою жизнь. И чтобы у вас все было только лучше и лучше с каждым Новым годом. А у меня на данный момент 3809 подписчиков, так что двигаемся дальше к 500 тысячам. Сегодня говорим про стратегию заработка на криптовалюте. Суть ее заключается в том, чтобы поймать сильные проливы. Сейчас дам детали и подробности. Например, если сейчас цена биткоина 100 тысяч долларов, то нас интересует пролив к 50 тысячам. Нас интересует купить биткоин по 60 тысяч, по 30 тысяч, по 10 тысяч и так далее. Я выпускал видео не так давно, что на американском Binance цена биткоина в моменте провалилась где-то на 8 тысяч долларов. И, конечно же, были люди, которые на этом заработали. Если вы мало знакомы с устройством бирж, то вы зададите вполне логичный вопрос. Ну а как же успеть купить по такой цене, если оно прям за считанные минуты происходит? Ну а для этого есть инструмент лимитная заявка на покупку. Например, на Binance, на самой крупной бирже, я могу зайти в торговлю, выбрать спот, нажать вместо рынка лимит, выбрать цену, сумму или общую стоимость в долларах и нажать купить. Ну а дальше ждать, исполнится заявка или не исполнится. Дойдет цена до нужных мне значений или не дойдет. Вот, например, я ставил заявку, что если DOT будет по 12 долларов, чтобы он автоматически купился. Ну и само собой, так можно сделать с любой монетой. Заработаете ли вы на этом или не заработаете, вот прям точно-приточно никто не сможет сказать. Даже предположить не сможет, если не будет хоть какой-то конкретики. Потому что все зависит от текущей ситуации по рынку. Если вы сейчас поставите, чтобы биткоин купился по цене в 2000 долларов, то такого может в принципе и никогда больше не произойти. А если поставите, чтобы он купился по цене 35 тысяч долларов, то такое может произойти и на следующей неделе. Короче говоря, это как рыбалка. Если есть свободные деньги на бирже, то вместо того, чтобы они просто лежали на балансе, лучше раскидать такие заявки по монетам, которые вас интересуют. Конечно же, при условии, что вы соблюдаете money management, соблюдаете risk management и понимаете, что вы будете делать, если вдруг монета пойдет еще ниже. Ставить такие заявки, ну, конечно же, надо возле важных уровней. По ценам, ну так, процентов на 30, на 50, даже на 80 ниже от текущих. Ну, насколько именно, решать вам. И еще пару важных нюансов. Это должна быть топовая биржа, где есть много продавцов и покупателей. Поэтому ссылку на Binance и на Bybit я оставляю в описании. Если вас нет на этих биржах, то, пожалуйста, если хотите, регистрируйтесь. Там, как обычно, по ссылкам будут бонусы. Еще лучше выставлять покупки не на круглые цифры. Например, лучше ставить, чтобы биткоин купился по 31 тысяче, чем по 30 тысяч. Потому что очень часто бывает, что цена не дотягивает всего лишь пару центов до каких-то круглых значений. Ну и вообще, это все можно использовать разными, самыми разными способами. Вы можете, например, выставить себе целую сетку на покупку, оттолкнувшись от важных уровней. Ну, при условии, что вы, конечно, заинтересованы в скупке какого-то конкретного актива. Ну а если вы вдруг задумались это все делать на фьючерсах, то, конечно же, я не советую. Фьючерсы, плечи не советую. Делать подобные вещи для торговли в шорт тоже не советую. Ну и вообще, я ничего вам не советую. Я рассказываю свое мнение, свое видение ситуации и стратегию, которая меня заинтересовала. А вы принимаете решения сами. Это ваши деньги, ваша ответственность, ваше время и ваш опыт. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Я желаю вам только лишь удачи и хорошего настроения.